Всем привет, с вами Дизик. Хочу вам показать игру, которая связана с событием, которое сейчас гремит на весь мир, то есть чемпионат мира по футболу. Хочу вам показать русскую команду, российскую команду. А почему российскую? Да потому что посмотрите, как эти хотя бы просто стоят. А как они бегают, так это вообще просто полная ржака. А как они бьют, вот понимаете, то есть все почти, не знаю, пьяные что ли на поле. То есть они ничего не делают. Россия вон в группе H занимает третье место, опережая лишь Корею. И он даже Алжир опережает, между прочим. Так, ну просто посмотрите, такая порнография происходит буквально в каждом матче, когда... О боже мой! Что это? Что? Знаете, тут нету судьбы, наверное. Вот я теперь понимаю, зачем нужен судья. Вот многие говорят, судью намыло. Нет, ребят, судья нужен. Иначе вот будет происходить вот такая порнография, как тут. Все футболисты, видимо, просто помешаны на том, чтобы происходила такая вещь. И я даже не знаю, как это назвать. Массовое принятие наркотиков или что это. Галлюцинации. Окей, пожалуйста, как... Почему не? Это стенка, что ли, или что это? Я не понимаю, что это. Матч тайм овер, окей. Хорошо, я хочу еще раз играть. Интересно, компьютер против компьютера, что ли? То есть сейчас еще... А я не совсем понимаю. Вот это хардкор, да, теперь они дают пас. Знаете, просто есть такие надувные человечки, и как бы игроки очень напоминают этих надувных человечков. Нет, это неинтересно, нужно поиграть против, лучше все-таки против компьютера играть. Давай, пас, давай. Давай, молодец, давай. А вдруг они забьют, я не уверен. Так, ну они навалились, слушайте, судья, где судьба, где судья, они руками мяч трогают, боже мой. Что они делают? Они еще так смеются. Это их забавляет. Как тут вообще гол забить? Они так... Ну просто... Знаете что? Это... У меня нет слов, как это описать, эту ситуацию. Я просто, отпуская руки с клавиатуры, могу наблюдать, потому что они... Да они сами чем-то занимаются. Я даже не знаю, что это. Что это такое было? Что это? Что с вами не так? Вот один в конвульсиях вообще валяется. Он не может встать. А не встал, молодец, да. Ну там другие валяются в конвульсиях просто. Один и другого бьет просто. А я бжу... Вот... В общем, так кто смотрит чемпионат мира по футболу, тот понимает то, что когда играет Россия, происходит примерно та же самая порнография, только в реалиях реального мира, настоящего мира, а не виртуального. Вот. В общем-то, на этом у меня все. Всем спасибо и до скорой встречи. Всем пока.